Уважаемые гости, коллеги, друзья, сослуживцы, не побоюсь этого слова, действительно сегодня замечательное и знаменательное событие в том плане, что очень редко в нашем доме художника бывают подобные выставки, потому что художников-проектировщиков в нашем коллективе ровно один. Есть. Да. Ну и человек, который занимается по старому названию промграфикой, да, тоже практически один. Вот два таких замечательных больших художника, которые, ну не как все, с этим они, видимо, отличаются. А так они похожи на всех. Все одинаковые. На всех. Да. Это вводная часть. Теперь. Как любая выставка, она является, естественно, отчетом за какой-то там кусок жизни. Вот. Станислав Григорьевич отчитывается не только работами, а... Пенсионной книжкой. Да, пенсионной книжкой. Вот. Это тоже срок жизни человека. Тоже отчет. Да. Вот. Причем отчет... Совершенно добросовестный, честный. Я думаю, не будем мы уже анализ работ проводить, все видят. Вот. Третий параграф нашего выступления. Поздравляю. Значит, с пенсионной книжкой поздравляю, с днем рождения поздравляю, поздравляю с открытием выставки. Все, спасибо. Есть желающие приобщиться? Рассказатель закончил. Наливайте, что там, две стопки на двоих. Там и на двоих. Вы все заметили, насколько профессионально подошли к делу, да? Кто профессионально? Кусок из интерьера. Разливать не стал. Стула три, а вот две, интересно. Тогда мы пошли все. Сейчас, давайте. Сейчас все. Thank you.
особо ежемесячно было. Каждый месяц там, ну, договоришься.